Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 12 марта, день Прокопа Перезимника. День назван в честь преподобного отца Прокопия, дикополита-исповедника. Прокопий мужественно сражался против иконоборцев. Он был ими схвачен и жестоко бит. Мучители строгали его тело железными орудиями, а затем ввергли его в мрачную и смрадную темницу. После смерти мучителей его выпустили на свободу. Сегодня зима окончательно уходит, освобождая место весне. Санный путь с этого времени начинал портиться, колея таяла и показывалась земля. Сегодня рабочий люд парился в бане, делали простые работы по хозяйству, чинили инвентарь перед посевной. Сегодня также ловилась рыба. Приметы. Прислушивались к капели. Если она была сильная, то в дальний путь не отправлялись. Если расцветали подснежники, это указание на то, что пора пахать землю. Если сегодня на вербе почки набухали, к богатому урожаю. А если не распускались, пора сеять. Случайно в бане чихнуть, надо вернуть долг. Седьмые лунные сутки. Окружающее нас пространство меняется каждые лунные сутки, открывая пытливому, целеустремленному человеку все новые и новые возможности работать со стихиями и духами природы. Остерегайтесь сегодня произносить ненужные слова и не рвите бумагу. Вообще сегодня меньше говорите и ни в коем случае не врите. Вас сегодня слышат и могут исполнить ваши желания. Поэтому проявите должное уважение и разум. Тем более, что сегодня вас могут провоцировать на плохие поступки, чтобы отнять эту удивительную возможность. Сегодня не рвите зубы и обязательно потренируйте руки.